Хоба, первый матч, поехали. Я против Карины, как я и предполагал, в принципе. Я знал, что эта дека может Карину победить. Осталось найти Хеймера. Осталось, наверное, найти Хеймера и бафы к нему. Блин, карма звучит тоже неплохо. Карму тоже будут убивать. Не, с Flash of Brilliance в руке я хочу найти Хеймера. Больше мне ничего не нужно. Yes. И мистик шот еще на небольшой эрли такой, чтобы меня пауками не задавили в начале. Сейчас может вылезти. Это. Лиза. Лиза будет очень неприятной для меня сейчас, потому что убивать ее нечем. Мистик Шот я в нее тратить не хочу. Потому что нету смысла. Окей. Ну типа эта дека играет до пятого хода. Играет с пятого хода. Этот момент я, кстати, немножко не продумал. Парам, парам, пара-па-па-пара. Можно в теории будет выставить трешот бараш, вкинуть. Но, наверное, вряд ли. Во, идеальный Shadow Assassin. Если он мне даст его поставить в начале, будет здорово. Он не даст мне его поставить, это очевидно. Да, с третьего хода я могу играть только Shadow Assassin'ов. Но она мне до этого не пришла. Все, 7 хп. Не знаю как, но живем. О, Resident Sleeper в чате, а у меня уже катка идет. Хах, мда. Тар-том-том. 4, 5, 6, 7, 8. 9 плюс Хеймер и 2 карты. Жаль, что Хеймера сейчас спасти нечем. 8. Если играю эту карту, у меня остается 8 карт, еще здесь 10 и 9. Тебе приложение вырубить? Блин, я забыл. Забыл опять про это приложение. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я могу юзнуть мистик шот на одного из пауков или на... Нет смысла взять его в Лизу. Окей. Жестянок наспамили. Начало положено нашей игре. Что будет дальше, никто не знает. Ну, кроме того, что я нанесу сейчас 6 урона инвизерами. Кстати, если бы выстрелил в Лизу, я мог бы атаковать нулевочкой. Вот этой ой, вот этот вот туреткой. Да, это было бы невохо. Ну так я от пауков избавился. У него может быть еще одна Элиза в колоде за единичку. Тогда он наспамит двух пауков и будет притягивать мои единички. Это будет очень неприятно сейчас. Да, походу именно это он и делает. Но это правильно, ему надо мурашки тратить. Да, сейчас мог бы на 2 урона больше нанести. Ну все, минус все инвизеры. У нас ничья на столе. Посмотрим, что дальше будет. Будет ли он что-то юзать или сразу же пойдет в атаку? Ну, скорее всего, сразу же пойдет в атаку. Почему Лизой, может быть, даже не будет. О, притягивать туретку, потому что она не может ее блочить. Мне очень повезет, если он отдаст мне вход, чтобы я просто сыграл трушот бараш. Ну, там нечего играть, по идее, в Карина контроле. Ну-ка. Еще Wild Fist. Окей. Спасибо за передачу хода, товарищ.
Возможно, у него просто есть еще одна Элиза в руке. Если там есть еще одна Элиза в руке, это неприятно. Да, посмотрю, кстати, насколько типичная эта колода на Карине. Ну, в принципе, довольно стандартная. Единственное, там три веразы. Да, еще одна Элиза. Неприятно. Неприятно. Все равно все убивает. Ошибочка. Может не притягивать, потому что Фирсом. Повезло, что притянул. Очень повезло. 4 урона в лицо. Мне было бы страшно. А так сейчас можно будет термодженником, в принципе, Элизу добить за единичку. Посмотрим. Сейчас вначале с инновацией начнем. Нельзя ставить карму, я ее не спасу сейчас никак. Так, 9 маны. Следим за туалетами, они же... Они же уничтожающие весь стол девяточки. Я забыл название карты. Руинейшн, их два у него. Два Венженса, один Атросити. Один Атросити неприятно. Скоро Карина и Ледросы пойдут также. Что будет очень-очень неприятно. Я, возможно, просто скоро выйду в Progress Day и буду на Динаях сидеть. Окей. Хороший стол. Ну, неплохой. Единственное, под карму бы сейчас троечку. Хорошо, что он ману тратит. У него всего 5 карт, это очень хорошо. Я точно не буду ставить карму. 4, 5, 6. У меня сейчас будет 9 карт. Ему на этот ход в теории нечего играть. Он уже потратил 3 Элизы. Одного скитера. Существ у него практически нет в колоде. Он может только с полами сейчас отыгрывать. Есть варик. Пасануть. Не играть Progress Day. И просто пойти в атаку. Есть варик сыграть Unlicensed Innovation, чтобы подкопить ману под карму и... То есть, тороплюсь ли я с Progress Day? Типа, если я сыграю Progress Day, ему все равно нечего от этого играть будет, по идее. Просто если так, я сейчас пойду в атаку, ему придется тратить либо обезьяну, либо Mystic Shot, либо что-нибудь, а я могу сыграть сверху какой-нибудь Spirit Refuge. Жаль, что я карму спас... Ну, да, мне нужно будет карму под динай выставлять. Ладно. Пока есть время, ищем преимущество. По картам. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Окей. Сейчас, возможно, какой-нибудь скитер ради 3 урона выйдет. Сейчас проблема в Карине, но мы Карину сможем отменить. Раз мы сможем отменить Карину, я могу ставить Еймера спокойно. Ну, отменить ее спелл. Вопрос в том, буду ли я отменять спелл Карины. Я не уверен. Давайте просто еще один инновейшн поставим. Он, в принципе, дает... Ну, это неплохой стол против колоды на Карине. Сейчас может выйти Ледрос, если я поставлю инновацию. И тогда я потихоньку начну проигрывать. И отмена мне нужна для того, чтобы отменить Атросити. Мне почему-то кажется, что это надо карму ставить. Карму на Спирит Сёрджа. Блин, ну вообще хочется, конечно, Innovation поставить просто. Может быть, просто Хеймера. А, как сложно.
Вот эта штука боится только Ледроса. Всего остального, типа Карина, не очень. Ледрос, what have we become? Have suffered. Хорошо, Ледроса мы пока не боимся, у нас есть Steel Tempest в руке. Да и Spirit Search хорош. Блин, 6 хп очень мало. Нет, мы боимся Ледроса. Наверное, стоило ставить карму и под Spirit Surge идти в атаку, просто вампирить в тот ход. Проблема в том, что Mystic Shot и обезьяны меня убивают. У меня всего один динай в руке. И мои Карины сейчас ничего не делают, по сути. Да, да, да. Я могу контрить Atrocity при помощи Will of Ionia. А значит, я могу сейчас сыграть свой Deny. Я не хочу этот урон получать. Вопрос в том, кого я ставлю, Хеймера или Карму. По сути, я хочу играть Spirit Refuge сейчас. Прям обязан играть на пятеру. Он же пойдет в атаку, он точно пойдет в атаку. Блин, ну если я сыграю... Я обязан сейчас играть Spirit, Spirit Refuge. Причем на, именно на карму. Карма, карма нечего клонировать в этой деке. Если я сыграю Хеймера... Вообще, если я сыграю Хеймера, я могу... Могу Steel Tempest сыграть. Фак, ладно, давайте Хеймера. Проблема в том, что я очень боюсь этих 6 хп. Это две обезьянки, это... Три мистик шота, он ничего из этого почти не тратил. Да, только я тратил. А, ну вот он тратил. Статик шоки, ага. Кого из них мы ставим? По идее, надо ставить этого, но я боюсь... Что там может быть? Отмена не может быть. Сейчас он с Темпестом никак не справится, в принципе. Урон я хочу именно в Карину, не в Ледроса наносить. Я не хочу, чтобы он возвращался в руку и сап. Что если сыграть два Steel Tempest'а сейчас? Такой себе мув. В теории у него может быть еще двоечки, которые карту дровают. Может убить Ледра с этой двойкой. А, у него нету их в колоде, лол. Кекла, окей, странно. А, ну у него существ мало, ему нечего убивать в этой колоде. Тогда не странно, тогда логично. У него вообще нет дро-механики. Может выиграть по картам. Карма, которой нечего клонировать, потому что я ее все никак не выставлю. Ну, карма может склонировать твин дисциплины на следующий ход и под Spirit Refuge. Это будет сильно.
Вот это будет сильно. Но пока что все похоже на мое поражение, потому что еще одна Карина. Мне нужны мои отмены, у меня три отмены должны быть. Возможно, у меня две отмены в колоде, я не помню, сколько отмен добавлял. Вообще не помню, сколько у меня отмен. Ледяная, все-таки. Эх, жаль, что не пришли. Жаль, что не пришли. Термодженик. Термодженик Биб. Просто Биб. И хеллспотов нету за один. Вот еще хеллспоты мне бы очень пригодились в деке, а я надеялся на вампирку. У него еще могут быть убийства в колоде. А где мои всякие мистикшоты, обезьяны? У него точно есть убийство за семеру. Это значит, что... Ну, типа, мой Spirit Refuge может просто не сработать. Забавно, что он может просто пасануть в теории сейчас. Скорее всего, он просто какую-нибудь Карину сыграет. Это будет страшно. Будет очень страшно. Я тогда просто играю Spirit Refuge в карму. Окей, фу, повезло. Отлично, отлично, отлично. Фокси, ресапчик, we must stand together. И Альки Donation accepted. Спасибо за донат. Почему вы мне мешаете на турике? Спасибо. Спасибо за донаты. Хорошо, спасибо, спасибо большое за поддержку, спасибо. Вон, давайте начинаем просто с двойного рекола. Я потом все прочитаю. Он не может это, с этим ничего делать, он может две обезьяны в Nexus кинуть. Но вряд ли. Мне очень срочно надо юзать Spirit Refuge, потому что иначе его единственный винкон сейчас это Mystic Shot и обезьяны мне в Nexus. Что? О, да ладно. Фак. Ровно три. Ровно три. Нет, еще одной отмены. Хорош. Окей. У него осталось только Димасия дека. С Димасией дека мы будем сражаться всеми нашими силами. Начнем с нашей мейн деки. Эх, как близко. Один ход, и я выживал уже. Один ход. Я уже выживал. Тэрэрэрэрэм. Так, мне нужен мой early game против него. Вот только что я подразумеваю под early game сейчас. Это вопрос. 3-2 или 3-3 челиков? Я думаю, что 3-3 челиков. То есть Succession я убирать не хочу, наверное.
Succession я убирать не хочу, но ладно, 2-3 я тоже одного оставлю, больше не нужно. Очень хорошая, в принципе, рука. На то, чтобы пережить начало. Повара сейчас будут неприятными. Хотя... Да нет, наверное, фигня. Пофиг на поваров. Succession. Так, стоп, а это же я какую? Первую проиграл, подождите? Или... Нет, это я две уже проиграл. Чё-то я туплю. Против какого? Я играл против Карины, а против Хеймера... А, не, у него ещё Хеймер, боже, все нормально. У меня еще все нормально. Это у нас так долго партия длилась, что я уже задумался. Вовсю. Сейчас он просто пойдет в атаку. Я мистикшотом выбью Флайт Федера. Эх. Эх, как же хочется статику юзнуть просто в них двоих. Да, не получится. Воу, полегче, воу. А какой нафиг ВК? Чё началось? Всем себе сегодня мешаю. Если я поставлю матч-сикера, он просто умрет. Ладно, это призма... Это барьер. Миллион урона в лицо и убийство этих двух статик шоком на следующий ход. Думаю, что... Нет, можно... Можно мистикой сейчас вот здесь убить. Я тогда на одну ману больше сэкономлю. И меньше урона получу. Где птиц спасать тут нечем, поэтому мгновенный статик шок. Других выборов тут просто нету. Там может баннермен за четверку вылезти. Это же тоже неприятно, кстати. Сейчас инновейшн. Пора играть. В теории можно нарандомить ремембранс. Нет, смысла нету. Смысла нету, ставим инновейшн. Дальше мейдж-сикер, который убивает варшефов. Может здесь 300 отдать в теории. Наверное, я убиваю притягивателя, потому что варшефов мы убьем просто мейдж-сикером, у них меньше здоровья. Да, по хп, конечно, уже проблемы, но ничего. Ничего, нормально. Там нет восьмерки, которая двоих призывает? Нету. Баннерман Цитрия сейчас может вылезти. Баннерман будет очень неприятный, потому что мне мейдж-сикера придется отдать. Я могу убить Гарена вообще сейчас. В теории. Перефайси, угол комбата, призматик барьера, репосты, да? Стоп. Это пас против контроль колоды на 6 манны. Да пожалуйста.
Сейчас надо, наверное, люкс. Можно в теории Хеймера будет. Посмотрим, посмотрим. Типа вот Хеймера я могу статик уязнуть. Или призматик барьера, это троечка будет. И все, мой стол будет... Мой стол будет постоянно пополняться существами. Еще и люкс на следующий ход, возможно. То есть, ну, ему есть чем выбить Хеймера. Это дуэль. Сингл комбат, который... Ремембранс. Что я буду дальше играть? Ну, посмотрим сейчас. 5-5. Блокер. Как бы люксу поставить сейчас вообще офигенный мув в теории. Потому что блокер. Можно шестеру сыграть. Под люксу у меня все еще хватает статик шока, четверка, то есть я смогу убить Гарена. Если только там не призматик барьер, к примеру. Ладно, люкса, давайте. Ему сейчас, в принципе, атаковать опасно. Если... Ему нужна дуэль. Ему очень нужна дуэль. Но вместе с дуэлью он ничего не сможет сыграть. А на дуэль я отвечу статик шоком. Into the face. No one goes hungry. This is my choice. Shine with me. This is my choice. Хочу ли я сделать так сейчас? Нет. Проблема в лапе Гарена, но я могу его убить термодженником. Под конец хода. Вообще, насколько я боюсь Гарена апнутого? Боюсь. У него слишком... У него должны быть ответы какие-то. Призматики, что-то. Дуэли. Думаю, что я дам левелап Гарену. Думаю, что я отдам этот левелап сейчас. У него два существа, у меня два существа. Перефай. Окей. Насколько я теперь боюсь дуэли с люксой? Или дуэли где-то еще? Никак не боюсь, в теории. Ну, потому что тогда его Гарен умрет. Сингл комбат. Это единственный спелл, который у него остался. Второй перефай ничего не делает. Я убиваю Гарена. Блин, стоп, если он дуэлится с люксой... Не, ну он в любом случае умирает от 5-3 тогда, но убивает люкс. У него тогда нет существ, у меня есть Хеймер. Попробуем. А, сейчас бы в тафнес кидал. Дуэльку, вот красиво было бы. Этот статик шок. То есть дуэль вот здесь будет сильная. Дуэль вот здесь будет сильная, потому что он апнется и убьет люксу. Но потом у него заканчиваются ресурсы, и Гарен уже не апнутый. Ну, и Гарена уже нету на столе. Я боюсь сейчас Гарена апнутого, очень боюсь. Да, 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 все верно. Но у меня еще и карт больше, у него карты почти закончились. Хеймер сейчас с призматик барьером может выйти. В теории мог скипнуть и Remembrance сыграть за 4. А если я ставлю Хеймера?
А, ну, я ставлю Хеймера и играю Термогеник сейчас. Может быть, не играю. Скорее всего, даже не играю. Теперь точно играю. Главное, чтобы не еще одна дуэль. Что еще одна дуэль, это прям инсталус. Нету, слава богу. Фух, живцел. Сейчас может девятка вылезти. Девятка это вроде бы страшно, но в то же время... В то же время мы от нее блочимся. Самое интересное, что мне сейчас нужны мои тройки. Давайте начнем с вашего бриллианса и посмотрим, что дадут. А может быть, reinforcements просто сыграть? Да что это? 8-8, да, блокер? Я могу убить девятку на этот ход, если выставлю форбиганы. Я насколько я хочу сейчас... Я могу убить Гарана, но меня девятка пугает. Насколько я буду выигрывать форбигонами сейчас? Вот в чем вопрос. Возможно, буду. Хрен его знает. Там просто может быть чит за 3. Барьер. Тогда бы он, наверное, спас вот этого челика. Блин, просто Гарен еще тоже неприятный такой товарищ. Блин, призматик сейчас делать такое себе. Ой, это термодженик. Я могу просто троечками начинать давить потихоньку. Пятерка. Там нет подготовки к атаке, нету. Ладно, попробуем выставить просто сразу же этого Тихекса сейчас. Максимум value от термодженика. Есть. Тихекс не блочится Гараном, и это как бы очень хорошо. Collective knowledge. Так, осталось по value money играть. Вау, или поставить люкс. Может быть, просто 8 в лицо. Насколько хорош сейчас переход хода? Если там... Ну, Judgment плюс призматик. Yeah. Это два существа. Давайте, наверное, все-таки подождем немножко. Не хочу пока люкс ставить. Просто не хочу по... Из-за того, что троечки запасной маны нет, я не могу ей сразу левел дать. Там девяток, два Брайстил Формейшена в колоде. Окей. Это очень похоже на победную. Видимо, у него там еще один Гарен или Джаджмент. Да, это смысл джаджмента. Ну, репост, хорошо. Very repost, you are toast. Exceptional advancement in ballistics.
Если он нашел еще один Bright Steel Formation, нет, C3 всего лишь. Придется блочиться. Если там еще один барьер призматический за треху, то я не против. Также я не против сингл-комбатов, наверное. Гарена отдал не Цитрию, интересно. Потому что Фирсом... Наверное, потому что Фирсом... Relentless Pursuit. GG. Угу. Как только он идет в атаку, сейчас я выиграл. Ну, понятно. Неважно, я уже выиграл. Тара-да-дам, тара-да-дам, тара-да-дам. Чичи. Как я говорю, Relentless Pursuit выиграет игру. Ну, типа нет, на самом деле контроль выиграл игру. Самое ужасное, что я эту Димасию не выиграю на своем контроле на Хеймере. Скорее всего. В общем, сейчас все будет зависеть от того, смогу ли я две игры выиграть против его колоды Хеймер Кармы. Но пауки, скорее всего, это выигрывают. Подожди, или у него... Да, Хеймер Карма. Пауки, скорее всего, должны выиграть этот матчап, 100%. Ну, прям вот уверен. А потом у нас будет Мирор. Потому что Димасийскую его колоду, если он ее сейчас снова выберет, я могу ее не выиграть. Вот этот матчап ее не выигрывает, потому что... А, я уже... Нет, я Карину пытался этой декой выиграть. Вот жаль, что я Карину этой декой не выиграл. Она должна была Карину выиграть. Ох, ну что, переключится он на контроль или останется на Димасе сейчас? Переключится ли он на контроль или останется на Димасе? Вообще, пауки могут попробовать Димасию выиграть, но с очень маленьким шансом. С очень маленьким шансом. Но я не представляю, как мой Хеймер контроль будет контрить Карму. Просто не представляю. Ой, контрить эту Димасию. У меня там нет карт под... У меня там просто нету карт, чтобы выиграть Димасию. Ну, типа, он меня задавит. Он меня задавит early game. У меня там 5 существ. 3 Shadow Assassin и 2 Карины. Ладно, поехали пауками спамить. Попытка в пауков. Хорошо, Димася. Угу. Димася! Мой первый атакующий ход. Legion Rearguard, который может убить птицу. Да, отлично. Но с другой стороны, может быть, Precious Peta поставлю. В принципе, чем больше у меня дешевых существ, тем лучше сейчас. Даже Brother Bomb, наверное, оставлю. Итак, с птицей деремся пауком или нет? С птицей, с птицей, с птицей. Ну, когда-то надо рергард доставить, правильно? Найс, 3 урона халявных, супер. Птица ему не пришла, это уже хорошо. Если там варшефы 2-3, это еще лучше. Это еще лучше. Это еще лучше. Потому что я могу, в принципе, Элизу, наверное, поставить. Могу заспамить стол прямо сейчас и нанести на следующий ход 7 урона. 6-8 урона. Он будет обязан дефаться варшефами. Троечка, которую он может выставить, это может быть блокер, щит. Это может быть щит, поэтому я просто иду в атаку. Как ты смотришь, что есть в колоде? Мы знаем колоды друг друга. Мы просто знаем колоды друг друга. Ну, типа, нам это заранее анонсировали, типа, чтобы мы отыгрывали от оппонента.
Может быть, я поторопился, не знаю, но это 8 урона. Возможно, минус 3. Будет ли он какой-нибудь щит давать сюда? Ему на самом деле просто чуть-чуть пережить, и он точно выигрывает. Вау. Он потратил целый сингл комбат в то, чтобы нанести урон в Precious Pet'а. А я нанес ему 5 на стол. Найс. Еще варшефы, поехали играть Draven Biggest Fan'а. Arrived. Птица будет не... Птица плюс щит, самый имбовый его ход сейчас. Баннермен, не страшно. Ну как бы, не знаю, страшно, но в то же время нет. Мне сейчас нужен вижен, наверное, в руку. Мне нужен вижен, чтобы дать миллиард атаки своим существам. Если придет вижен, я могу выиграть. Блин, 3-4 варшефа, это, конечно, очень сильные статы сейчас. Да понятно, что это... Ну, хотя... Вау, ну... Странно, что не атакует, на самом деле. Чисто моё имхо. Если разница в атаке... На самом деле, нету. Ну, я обязан спасти Дрейвена сейчас. С другой стороны, скидывание пауков выглядит слабо. Правильно. Что-то пауки, это летал под Элизой левелапнутой. Просто я потом Элизе дам атаку и все, и выиграю. Пауки — это спам стола. Блин, в эту деку Сюнпо нужно. Я так подумал, было бы у меня сейчас Сюнпо, я бы выиграл. То есть ты вначале спамишь стол единичками, а потом просто кидаешь Сюнпо и подготавливаешь атаку, и все. О боже. Окей. Я смогу выставить Элизу только после его атаки. Он же уже один сингл комбат потратил, вряд ли у него есть второй. Короче, только после его атаки какими-нибудь. В идеале. Какими-нибудь... Слушайте, я вообще могу Glimpse Beyond юзать. Вау, эта карта сейчас выиграет мне игру.
Блин, в итоге мы Мирором будем играть, походу. 4, да? Блин, Элиза может не апнуться. Crowd favorite. Ух. Ух, какой crowd favorite. 3-2 притянул, боже, нет, пауков надо было. Надо было пауков притягивать. Подумай об Элизе. Не, не думай, не думай, не надо ничего делать. Не надо ничего делать. Я могу убить его. Этот 5-4. Скинув топор. Кек. А Вижен сыграю из руки. У него нет блокеров. Все, это победа. Да, Грота как-то выиграла. Я говорил, что Грота говно. Колода, которую я взял, походу, самая худшая колода, это все-таки моя Хеймер Карма. The people are my strength. GG. Я уверен, что ему никак это не заблочить. Даже если здесь дуэль пройдет. Или Purify. И дуэль здесь. У меня есть Vision. А почему пауки выиграли? Каким образом? У меня сейчас Хеймер Карма будет самая жесть. Он выиграет ее своей демосийской колодой, скорее всего. Если мне не придет Хеймер и 3 флэша Бриллианса. Он же мне Иони демосию банил. На всякий случай. Тянкам без демосии Иони, да. То есть у меня... Этими мы уже играли. Все. Поехали. Единственная невыигрывающая колода. Блин, я обязан был это Кариной выиграть. Я просто обязан был, вернее, не эту Карину выиграть. Кажется, мне придется Страшот Баража играть, да? И вообще всем, что есть, дефаться от него. И я даже не могу убить флит Федора. Если он сейчас пойдет в атаку, это 2 мистикшота. Мне нельзя столько здоровья на них терять. А вот это интересно. Что если просто мистик шот и возврат Фиоры? Не, возвращать мы будем позднее всяких гаронов. У меня останется 4 маны, да? Нет, это 2 маны. 4 плюс 2 на следующий ход, это только Shadow Assassin. Окей, ладно. Посмотрим. Скоро убивает. Я сейчас на следующий ход просто сыграю Трушот Бараж.
Карина. Доживаю до Карины и убиваю, скорее всего, полстола. Неужели ты думаешь, спасать ли Фиору барьерами? Ну, типа, у него точно умирает стол. Ему нет смысла тратить сейчас призматик барьера. Это слишком дорого для того, чтобы это играть. Мне очень повезло с этим ходом. 7 маны в 3 маны, и я убил двух существ. Фиору мы просто выбьем мистикшотом сейчас. Главное, чтобы у него еще дешевых существ не было. С дорогими мы справимся в Олеонии и Стилтемпестами. She's not impressed. Что дальше-то играть? Ну, кроме того, что убивать Фиору на начало его хода. Хочу ли я сейчас... Нет, Стилтемпест плохо, плохо. Но это не так много урона. Я смогу Стилтемпестом заблочить больше. Урона гораздо больше. Так, нужен Хеймер, пожалуйста. О, ну, тоже нормально, на самом деле. Хеймера дайте мне, пожалуйста, с Flash of Brilliance. Боже. Хеймер, сюда. Вилуфеони и Мистикшот сейчас просто идеально в руке лежат. Если там Purify в руке? Я, наверное, не против Purify. Боже, Хеймера, игра, дай мне Хеймера, пожалуйста. Карма, наверное, не нужна, вот Хеймер очень. И до Карины дожить. И дожить до Карины. Математически сложные расчеты. Атаковать или нет? Убивать сейчас Фио? Нет, давайте покопим манну. Вдруг Хеймер придет. Фак, Хеймер нихера не пришел. Не пришел. Очень нужен прогресс дэй. Надо было хорошо ход Фиору убивать. Это идеальное убийство Гарана. Проблема только в моем здоровье. Must
Как я это еще... Как я еще живу вообще просто? Как? Почему? Сейчас можно очень опасный прогресс Дэй в теории сделать. Настолько ли он будет опасным? Смотрите, на следующий ход у меня есть Steel Tempest и Воля Ионии. Вместе. С другой стороны, на следующий ход можно Карину играть. Ну, то есть, предположим, он сейчас ставит Цитрию. Завтра мы идем... Тратить все твои деньги вместе. Как насчет паса? Вот это очень плохо. Но теперь он не может Цитрию поставить. Зато он может думать, что он выиграл. А я ему Steel Tempest или Волю Ионии в лицо пропишу на следующий ход. Главное, чтобы сейчас не птичка, просто, пожалуйста, только не птичка и повара какие-нибудь дешевые. Я думаю, что у него дорогие юниты в колоде. Короче, я не буду ждать Хеймера для Flash of Brilliance. О боже мой. Я подожду, посмотрю, что он сделает. Шрингарен. Фак. Шот баражем можно убить одного вот этого парня. For justice and for all things bright. То есть, в теории, я могу сыграть... У него нету... Нет, у него есть прямые забафы в колоде. В чем проблема? Это тупой ход, потому что мне нечем выбивать дальше будет Гарена. Поставит ли он какую-нибудь Цитрию на следующий ход? То есть, все будет зависеть от Карины сейчас. Но у меня так мало спеллов в руку пришло, что... Хеймер. Как же поздно, как же поздно. То есть, если... Я сейчас не буду Карину играть после Цитри. Только не четырех. Окей, все, найс. Жив цел, Хеймер. Жив цел, Хеймер. Поехали. Там нет Тианны за восьмеру. Там вообще нет подготовки атаки, кроме Гарена. Походу, я могу выиграть. Если еще сейчас прогресс дай под Хеймера кастануть. Блин, там может быть дуэль. А, он не убьет Хеймера никак, у меня динай, типа. Прогресс дай и миллиард других спеллов, скорее всего. У меня сейчас 13 маны будет. То есть мне нужно, чтобы пришли там, не знаю, обезьяны. У меня есть вообще обезьяны? У меня нет обезьян в колоде. У меня есть обезьяны в колоде. Мне нужно, чтобы пришли Flash of Brilliance мгновенно и Steel Tempest всякие. Flash of Brilliance. Спасибо. Какая карта? Если он заспамит стол молодыми какими-нибудь, можно играть Карину, но очень не хочется, очень страшно. Очень страшно сейчас. А если там не придут спеллы с прогресс Дэя? Что я буду играть сейчас? Ничего. Эй, Митолько. Ничего себе. Спасибо за хост. Привет. Там могут быть перифай в руке, а если он сейчас его юзнет, я просто юзаю трушот бараж.
Окей, никаких purify, хорошо. Он ничего не ставит. Для меня это очень хорошо, потому что я могу искать спеллы. Спеллы. Твин дисциплины. Твин дисциплины — это спелл. Swiftwing Lancer. По-моему, я проиграл. С учетом Цитрии на столе. Неужели надо было на Карину надеяться? А самому не плашать. Надо было в начале прогресса в атаку идти, чтобы заставить его заблочиться. Я мог леталочку сделать. Мне надо было выбивать его юнитов прогрессом через Тихекса. А я хотел посмотреть, что он сделает. Все, мне не могут прийти спеллы, которые меня спасут на следующий ход. Фак! Да, мне надо было прогресс играть. Я просто... Хотя нет, стоп, Хеймер дефается от... Не-не, я могу еще выжить в теории, я могу еще выжить. Какая-нибудь обезьянка, что-нибудь такое. Блин, а здесь 2-1. Steel Tempest. Шестера и Steel Tempest. Я выжил. Шестерка и Steel Tempest. Хорошо. Не зря клал их в колоду. Прогресс waits for no one. Еще и отмена есть. О, неужели вытащу? Походу вытащу. Поехали. Начнем с шестеры. Забираем отсюда Тихекса. Кто будет блочить здесь? Здесь будет блочить Хеймер. Так, главное не затупить. Главное не затупить. Все верно. Дальше, здесь мы защищаемся от Гарна, здесь мы защищаемся вот так. Здесь мы кидаем Steel Tempest. Фух. И у него нет отмены, потому что это монодемасия дека. Пробивного удара тоже нету. Перифай ничего не дает. Самое опасное сейчас, что осталось у него в колоде, это дуэли, наверное. Дуэли и девяточка Bright Steel Formation. Bright Steel Formation очень жесткий. Вот это не круто, потому что он получит когда-нибудь себе существо. Есть, разрешилась атака. Хорошо. Форбиган. С четверочкой. Гарана больше нету. 7-2 пробивающий, очень хорош. Там может быть, он может попробовать дуэль в Хеймера, но это будет динай. Динай, причем за 3, чтобы невидимку призвать, чтобы 8 уронов писать. 8 урона с невидимки, плюс 3 страшот баража, 11, и еще Карина четверочку может вписать в теории. Ну, конечно, все это вместе не сыграть никак, но... Сейчас будем Кариной пытаться... Я еще ни одну карму не задрою, я могу случайно две кармы вытащить.
Если я вытащу карму, я могу тут двойной трушот бараш играть в теории. Не знаю, что мне это даст. Брать Steel Formation может ему игру вытащить. Мне надо пытаться выиграть Кариной на этот ход, чтобы у него блокеров не осталось, и я просто пошел в атаку всем, что есть. Драунд. Fuck my life, второй хеймер. 9-9, Тихекс. Проблема в том, что после Карины я ничего не сыграю. Совершенно ничего. Но я точно выбью хотя бы вот этих троих. Что если я сыграю реально Хеймера сейчас? И чё, и карму? Блин, меня этот Bright Steel Formation пиздец как пугает, если он у него есть. Не, давайте, давайте slow and steady. Slow and steady, еще одна восьмера. Только не брать Steel Formation, это самое главное. Окей, у него нет его в руке, иначе он бы его уже сыграл. Еще один Steel Tempest, все хорошо, все отлично. У нас все супер. Джаджмент, Гарона нету, Джаджмента в колоде нету. Дуэли не страшно, есть еще вампирка на всякий случай, которую, может быть, сейчас сыграю за три. Я вообще не думал, что я Димасию смогу этой декой вытащить. Три мистикшота в начале игры зарешали. Три мистикшота и один идеальный термодженик в убийство Гаррена. Я, кстати, двух Гарренов уже убил. У него один остался, то есть джаджментов можно вообще не ждать. Ну, на топ-декичах, конечно. На топ-декичах еще, благодаря Steel Tempest'у. Интересно. This is my opponent. Progress waits for no one. Хочу ли я сейчас повампирить? Если потом выйдет Bright Steel Formation, если я не повампирю сейчас, то я не повампирю, возможно, никогда. Проблема в том, что это может быть один Purify в руке, все. И, в принципе, я уже выигрываю струшот баража. Я думаю, что я попробую спасти Стормлобера. Окей, Purify, найс. Найс. Все. Все, на этом все закончилось. Вся его рука. Мы не спасаем Тихекса, очевидно. Но мы спасаем... Стормлобера. И вампирим 6. Найс. Найс. Все. В принципе, Цитрия все еще опасная. Бивер проиграл Петишу, да ладно. Жесть какая. Ставить ли 4-2? Наверное, стоит. Потому что мы все еще боимся. Все, чего мы боимся, это брать Steel Formation на топ-деке. Остальное все совершенно не страшно. Я даже карму готов не ставить ради инвизера вот этого. Похоже на победу. Даже если там брать Steel Formation, это похоже на победу. Вау. GG. Чат! Мы вышли в полуфинал.
3-1. Не 3-2. Так, где он? Он хотел генералу ГВП написать, но он, походу, уже вышел из игры. Что за пендинг? А, генерал написал ГГшечку.